Привет, дружище. Так, располагайся поудобнее, заваривай чаечек, расчехляй печенюшки. У нас сегодня битва замков, у нас сегодня роллинг. Посмотри на красивого феникса. Но перед тем, как я начну свое действо, очень важно, поставь лайк и не забудь про колокольчик, а то тебе, может, там уведомления не приходят, там стримы, не стримы, короче, давай, усаживайся. Лайк поставь, блин! А то если вас не попросишь, ни хера не делаете. Не попросишь подписаться, не подписывайтесь. Не попросишь лайк поставить, не ставите. Вот, а если просишь, начинаете кричать в комментариях: о, князь лайкодрочер, ко-ко-ко, вот это вот все, да? Так, нахожусь на аккаунте игрока под ником Креветка. Аккаунт молодой, не знаю, зеленый, не зеленый. Вот я сейчас зайду в контакт, посмотрю, что там. Что там по героям было вообще? Ага. Повелитель бури, Афина. И вообще, в принципе, человек будет рад любому герою. Это, судя по всему... Ну, не сказать бы, что это донатный аккаунт. Но при всем при этом тут есть Феникс. Слушай, на самом деле, да. Человек будет рад любому герою. Потому что, ну, камон. Вот человеку хочется повелителя бури. Афину, но при этом у него нету Фреи, Анубиса. Я не знаю, я ворожея, походу, не вижу. Не, ну то, что я не вижу, это одно. Как бы я могу многое не видеть, а оно на самом деле есть. Ну, ладно. Но в любом случае, даже то, что я не вижу, оно есть, и мы выбьем повторку того, чего я не вижу, оно на самом деле есть, это все равно хорошо. Пиши в комментариях, если поняли. Кстати, заклинательница, возможно, здесь и не была. Ну, давай, Влад Дракула. Я вообще, как бы, человек радоваться будет Афине и повелителю бури, а я выбиваю ворожея, которого, наверное, здесь не было. Вот, ну... Ну, как бы, ну, серьезно. Давай. Давай, так, ворожей. Ну нету здесь ворожей, мы выбили недостающего ворожей, ребят. Хозяин, видать, просто еще не в курсе. Не в курсе того, что, блин, какие герои-то аккаунту нужны. Валентина, ну, такое себе. Ну, ворожея выбили, это хорошо. Это хорошо. Повелитель бури. Ну, как бы, понимаешь, я хотел ворожея, хозяин хотел повелителя бури. В принципе, смотри-ка, всем смог угодить. Кэнди. Так. Фея и Медуза, блин, я уже такой... Ух ты, сейчас там Фрей и Анубис выпадет, а там Фея и Медуза. А еще у нас места на складе закончились. Ну давай Феникса качать, то восьмерка это вообще не серьезно. Как-то, ну, серьезности в этом нету. Так. Надо еще глянуть, что там по ништякам. Может, возьмем ништяки, откроем. Может, заодно и склад почистим, не знаю. Так. Окей. Хоп. Ваши подарки. Нету здесь ничего такого интересного. Ну, самоцвета давай место освободим. 5000 прилетает. Ну, в принципе, склад-то почищен, просто на нем изначально нифига мест нету. Давайте все-таки купим дополнительно 5 мест. Я надеюсь, хозяин сильно не расстроится. Мы же выбили повелителя бури, который очень нужен. Давай дальше. Так, королева змей, кристаллический эктоплазм, палач, оборотень, шаман. Ну, и шо? Все, типа, на склад зашли, героев больше не дает, или что это? Я не понимаю. Что это такое? Давай героев. Трифит. Ну, его тоже не было. Не знаю, обрадуется хозяин, не обрадуется. Но тем не менее... Не, на начальном аккаунте-то огонь. О, на начальном аккаунте огонь. Где герои? Смерть. Душегуб. Не то все. Все не то. Хранитель. Не знаю, был он или нет. Заклинательница вторая выпадает. Но если не было, то замечательно. Командора! Вот это точно недостающий герой. Потом со временем хозяин поймет, что командора нужный герой, к примеру, для той же битвы гильзи. Ну вообще, в принципе, если смотреть на аккаунт, то, блин, нужный герой. Уже все неплохо, да, малыш Ник. Вот сейчас бы нам еще, знаешь, кого-нибудь из таких must-have героев, ворожея выбили, там Анубиса какого-нибудь. Слушай, я тут даже стрелка не вижу. Хранитель был. Анубиса какого-нибудь, да, там. Ну, давай.
давай не будем, может быть, он захочет прокачать какого-то нового героя. Анубиса, Фрею, Стрелка. Было бы вообще огонь. Замечательно было бы. Так. Ну. Давай-ка. Купидон. Купидон, дон, дон. Давай дальше. 14 тысяч самоцветов. Ну, ёлочки-палочки. Нужно больше, больше недостающих героев. Давай по старой доброй памяти, как мы любили, по три героя фигачить. Раз, два, три. Нет, нифига. Ну, чудеса должны случаться. Не, ну мы как бы выбили много недостающих, но это все такое. Ну, кроме ворожая. Ну, наверное, командоры. Давай еще. Студионисты, это все не то. Тракс. Я такой же... Череп. Нет. Все не то. Давай еще. Нет. Все, все, все как-то не так. Ну, сейчас. Нет. Нет. Выпадет. Не выпадет. Выпадет. Не выпадет. Ну! Нет. Ты смотри, какая падла. А. Рандом, елки-палки. Молодой аккаунтик. Давай, ну, Фрею какую-нибудь с Анубисом. Но при всем при этом на аккаунте есть Феникс. При всем при этом на аккаунте есть Феникс. Почему бы и не да? Давай, 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 ну, ну, ну. Берет, там Фрея выпадает, Анубис, давай. Нет, ты смотри, какая сволота, а. Ты смотри, какая сволота, прям несусветная. Так, не знаю, что делать, а? Вот, ребята, напишите в комментариях, что делать обычно в таких случаях, если вот не падает герой. Ваши, вот у вас же еще остались, раньше было модно всевозможные танцы с бубном, типа поплясать там, не знаю, сходить на месо. Ну, кто, мне интересно еще, кто-то пользуется этим или нет? Кто-то занимается такой ерундой? Ну так, чисто для себя. Места на складе закончились. Ну что, если что-то... Если что-то выпадет за 2000 самоцветов, то это будет прям вообще огонь. Можем сейчас попробовать открыть ворожея. Глянуть, что же там ему выпало. И тогда... может, это повлияет на рандомчик, не знаю. Окей, слили. Давай дальше. Ворожей, герои. Ворожея можно, Трифида, Повелителя Бури открывать. Давай, ворожей, Каунцумья. Дальше, давай, Трифид. Давай, Командора. Давай, Повелитель Бури. Кто там еще? Заклинательница, не знаю. Заклинательница была, не была. Заклинательница, заклинательница. За заклинательницы тоже не было. Заклинательницы тоже. Блин, я потом угорю, если вы мне потом в комментариях напишете. Князь слепой! Там все было! А ты не увидел! Не хватало только Афины и Повелителя Бури. Прикиньте, какой будет фейл, а? А, ну мы ж не посмотрели, с чем что выпало. Так. Вторая утекаха. Просвет первый. Рвение второе. Ворожей. Разброс четвертый. Ну, мягко сказать, такое себе. Давай. В эконом режиме. Последние самоцветики, а? Сейчас же должно уже повести. Трифит еще один. Ну вот как бы зачем? Ты и так... Ты, понимаешь, ты и так выпал. И так как бы вроде норм все. Ну! Нет, вот зачем-то падают трифиды. Зачем падают, непонятно, ребятки. Но, тем не менее, как минимум, мы выбили раз, два, три, пять недостающих героев. Я не знаю, хорошо это или плохо, напишите об этом в комментариях. Пожелаю вам огромнейшей удачи, не забываем вступать в гильдию под названием Гладиаторы, вся информация у вас на экране. И, конечно же, большущей удачи пожелаю игроку под ником
креветко. Всем пока, друзья!